Центрального собрания Российской Федерации Виктор Павлович Акулов. Сертификат премии вручает Юрий Анатольевич Левченко. Вы знаете, конечно, не просто приятно. Вот эта премия, она имеет, полагаю, не для меня, а для учреждения старейшего музыкально-профессионального учреждения России, бывшей придворной, ныне певческой кобылы Санкт-Петербурга. Учреждение, которое явилось источником всей музыкальной профессиональной культуры и музыкального профессионального образования нашего Отечества. И вот получение этой награды свидетельство того, что певческая культура, певческая традиция России то звучание, которое сегодня сопутствует главному, старейшему русскому хору, нам много приходится бывать за рубежом. Вот здесь присутствуют мои коллеги, потому что судьба руководителя, дирижера, это особая судьба, когда ты общаешься со слушателями не своим голосом, а голосами других людей. Если эти голоса звучат складно, тогда все правильно. А если врозь, то ничего хорошего никогда не будет слышно. Для России певческое дело это никогда не было особо музыкальным, профессиональным искусством. Пела вся страна. Бог даст, она снова запоет. И тенденция к этому сегодня существует. Для меня вот этот торжественный момент важен еще потому, что я ленинградский ребенок, захвативший и зачерпнувший из блокадной страны нашей, свою долю. И осенью 44-го года, сколько уже лет прошло, я впервые переступил порог вот этого дома на Мойке 20. Какая судьба распорядилась так, что я продолжаю служить в этом доме и сегодня. Это мой родной дом. Но и дом, в котором мы сейчас находимся, это ведь тоже родной дом Кобелы, потому что придворный хор имел здесь постоянное пребывание на протяжении многих-многих десятилетий. И конечно, благодарен, потому что это особая награда. Она типичная, ну как сказать, ленинградская, она типично петербургская. И то, что здесь присутствует и в числе лауреатов, и в гостях представители разных теперь стран, которые когда-то были одним государством. И для меня, ну скажем, вот здесь гости из Эстонии. Моя мама родилась, она
моя юность вся связана с вот этой частью Эстонии. И никогда в голову не приходило, что какие-то политические аспекты могут изменить суть наших человеческих взаимоотношений. Потому что как было громадное количество друзей, теперь во многих уже как в зарубежных странах, но друзья остаются друзьями. И вот эта высокая честь, которую удостоили меня, я полагаю, эта честь принадлежит вот нашему старейшему профессиональному хору певческой капелле Санкт-Петербурга и в том числе вот тем моим дорогим коллегам, которые сегодня присутствуют здесь вместе с нами. Спасибо всем.